Так как строительство высокоскоростной магистрали Москва-Казань осталось на уровне разговоров, то и попасть сейчас сюда можно не как планировалось за 3,5 часа, а по традиции за 12. Казань уже принимал такие крупные события, как Универсиада в 2013 году, в 2017 Кубок Конфедерации по футболу и вот сейчас Чемпионат мира. Но о нем ничего не напоминает. Во всяком случае, вот здесь, около железнодорожного вокзала, нет ни одной надписи. Хотя Казань примет 6 матчей. Центральный стадион, вот здесь как раз и будут тренироваться различные сборные, которые будут участвовать в чемпионате. Но уже сейчас сюда попасть невозможно. Вот сейчас мы спросим, можно ли сюда пройти. Скажите, а можно просто пройти сюда, на территорию? Нет? А кто может сюда пройти сейчас? С этой целью. Ну, просто вот пройтись по территории, прогуляться. Только рабочие. Только рабочие? Ясно. Спасибо большое. Ну, а вот здесь что мы видим? Здесь мы видим целое огромное количество автобусов. На них как раз и будут возить всех гостей, болельщиков. Но, к сожалению, это не российские автобусы. Это минские автобусы, белорусские автобусы. А почему же не наши российские? Ну, умеют лучше, чем наши. Что, вот, мы же покупаем лучшее. Вы сами представьте, если в Рухлите мы будем возить этих, что они о нас будут думать? О нашей Казани, Татарстане, болельщики. Иностранцы тоже будут же. А сейчас-то возим на Рухлядях фактически жителей-то. Ну, к лучшему идем же. Друзья мои, поздравляю вас с победой, это было круто. Вот что типа такого. А если громить салон начнут? Друзья мои, мы цивилизованные культурные люди. Давайте свое лицо будем показывать только с хорошей стороны. Едем культурно, радуемся. А если на английском? Ой, на английском я не это. Ну а вот в этом отеле в Казани, самом большом, кстати, и будут жить самое большое количество болельщиков из разных стран. Но им здесь легко, они уже пережили Кубок Конфедерации. Хочу я в 5 звезд в стандартный номер. Для вас подготовим специальные условия. Вы без проблем сможете, на ваш бюджет мы подготовимся. Но в среднем стоимость составляет порядка 12-13 тысяч рублей за одного размещения одного человека. Мы уже точно знаем, что 19-20 у вас будут жить болельщики Ирана. Мы увидим вот такую вот надпись здесь, халяль. То есть здесь не будет свинины. В эти дни здесь свинины не будет. Свинины не будет, это слишком просто сказано. У нас все будет халяль. Приходя в номер, мы сразу можем заметить, что здесь установлены намазлыки, которые нужны для того, чтобы человек без проблем мог прочитать намаз. В дальнейшем, для того, чтобы определить, в какую сторону ему нужен папирус, в сторону Мекки, в сторону Кыблы, для этого специально в каждом номере установлены специальная стрелочка по направлению к Кыблы, о том, что где она расположена, мы сообщаем всегда гостю при заезде. Женщин, раздетых женщин мы здесь в эти дни не увидим точно? Нет, конечно же нет. Никаких для них запрещенных не будет ничего. Алкоголь? По мере запроса. Сейчас Казань напоминает одну огромную стройку. В разных частях готовятся различные фестивали для болельщиков. Это и гастрономический, и музыкальный. Все ради того, чтобы не ударить грязь лицом. Казань изначально считалась одним из тех городов, которые наиболее подготовлены к чемпионату мира. Но все равно для последнего аккорда было выделено около 5 миллиардов рублей. Говорят, что все потратят. Ну, последний этап – это украшение города. Естественно, все в руках женщин. Цветы сажаем, украшаем город. Сейчас горячая пора у нас. За кого будете болеть, если не секрет? За наших, конечно. За бразильцев. Как вы думаете, оценят вашу работу? Да, думаю, что оценят. Премию обещали? Нет, не обещали. Ну, надеемся.